Всем привет! Сегодня я покажу, как качается вода с помощью солнечной энергетики, когда солнце... Вот солнце у нас уже далеко находится. Уже 3 часа. Солнце вышло вот уже с зоны максимальной выработки. Так, здесь у нас вода льется. Вот. Но так как энергии не хватает, происходит автоматическое отключение через некоторое время. Как мы слышим, остановился насос. Сейчас энергия подкопится, и он включится. Через 15 секунд происходит опрос о состоянии батарей, аккумуляторов. И в результате происходит принятие решения, включать нагрузку, не включать. Вот таким образом можно качать воду и в пасмурную погоду, и когда энергии не хватает для нагрузки. Спасибо за просмотр.